Какой сейчас год? Ах, ладно, неважно. В общем, как-то раз я открыла глаза и поняла, что я чертовски голодна. Даже не одеваясь, шагаю в магазин. Нет, все-таки захожу в лифт и жму клавишу один. На охоту вышел жаробас номер один. О да, о да, о да, мой аппетит непоправим. Выхожу на тротуар, он какой-то странный. Весь в каких-то звездочках, жалко несъедобных. Пробегаю резво мимо себе подобных. Ведь все знают, ты не ты, когда ты голодный. Супермаркет, 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 да. Супермаркет, супермаркет, супермаркет. Супермаркет, 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 да. Там меня ждет моя любимая еда. Я беру тележку, я профи в своем деле. Продумываю план, изучаю все отделы. От вида еды мурашки на моем теле. Хоть прямо сейчас сажу слона и две газели. Загребаю фрукты, бананы, апельсины. Ежевику, ананас. Прекрасная картина. В крови уже поднялся уровень адреналина. Пирожных, кексов, папелек, полная корзина. И тут вдруг вижу пицца. Красивее всех лиц тут. Пицца среди всех продуктов, как императрица. Будешь кушать пиццу, сможешь всего добиться. Сметаю все на полке, пугаю продавщицу. Несу все в холодильник, несу все в холодильник, несу все в холодильник. Ага, ага, несу все в холодильник, несу все в холодильник. Там меня ждет моя любимая еда. Выхожу на свой пролет, у меня урчит живот. Продуктовый терминатор перешел в автопилот. Съем все, что купила, пасту, суши, даже лед. И съем, пожалуй, все колбаски, а то вдруг кто-то берет. Еще с прошлой пятницы меня никто не видел. И каждый на диете меня тайно ненавидел. Надеюсь, мой милый крепкий никого из вас не обидел. И можно, пожалуйста, что-нибудь от изжоги. Спасибо.